Всем привет! Начинаем новую распаковку. Разные посылки, новые, интересные. Поехали! Начинаем с этой вот большой. Ну, большая коробка. Тут, короче, полочка. Не знаю, в каком виде. Разборная полочка для всяких мелочей. Так, как видите на роликах, двухъярусная и какие-то ручки есть. Соберем, покажем, как это выглядит вместе. Ну, куда? В ванную, на кухню, куда-то под мойку для всяких порошков, бутылочек. На балкон, может быть. Везде, где нужно что-то складывать, чтобы более-менее красиво лежало. И причем еще вот так вот потихоньку выдвигалась на роликах. В общем, покажу дальше в сборе уже. Так, ну вот, собирается просто мгновенно, за минуту. Два поддона, четыре стойки, колесики, все всовываются. Стоит чуть больше $2. Ну, я считаю, прикольная штука, где нужно для организации, так сказать, пространства. Неплохо. Ну, тут еще дополнительно можно крючочки что-то вешать. Может, кому-то важны будут размеры. Вместе с ручками 45 по высоте. И тут где-то 35. Грубо так. По длине. Так, продолжаем. Мелочь. Браслет. Вот такой браслет под золото, ну, конечно, копеечный, бижутерия, но выглядит бижутерия там очень даже красиво. Вот смотрите, какими такими кубиками с камешками. Вот, и что самое главное, здесь видите, вот такая затяжка на этом шарике, то есть на любой размер легко можно корректировать диаметр вот этот на любую руку с помощью вот этой застежки. Очень удобно сделано, вот, и выглядит тоже неплохо. На руку можно, на ногу можно, если небольшая, симпатичная. Так, следующее тоже максимальная какая-то мелочь. Так, и это у нас брелочек, я так понимаю, для ключей. Прикольный, симпатичный. Здесь скоба отгибается и такой вот цветочек. Ну, выглядит аккуратно, симпатично. Не знаю, как он там будет стираться, не стираться, как покрытие, но выглядит прикольно. Тоже все стоит копейки, ссылки все будут под видео в описании. Понравилось, заходите, смотрите. Так, здесь чехол на 11 по камерам вижу iPhone. Тут даже есть iPhone 11. Ну, хороший такой силикончик, приятный, мягенький. Цвета, как обычно, есть разные. Все, едем дальше. Продолжаем. Здесь у нас сборная посылка должна быть. Да. Три товара вместе. По-моему, это из рубрики, там, где нужно три именно покупать. Щетка для мытья. Для мытья, наверное, все-таки. Не для одежды. Потому что... Так, здесь есть у нас, видите, контейнер такой прозрачный. Туда заливается какое-то чистящее, моющее средство. И видите, здесь мы надавливаем, сюда выходит какая-то пенка, мыло, и вот таким образом моем, например, посуду или обувь, ну, что угодно. Вот, то есть щетка с мыльным таким контейнером для, ну, для моющего средства. Прикольная, стоит копейки, присмотритесь, должно быть эффективно.
Следующая обложка для паспорта. Так, немножко замяли вот этот уголок. Ну, не знаю, какая должна там быть эта обложка. Мягкая, интересный рисунок, приятный цвет. Такой soft touch покрытие. Ну, вообще, такое мягенькое. Не знаю, насколько это прочно, долговечно. Ну, интересно. Тоже стоит ерунду. Так, и тут у нас что-то еще. Так, моторизированное. Что там? А, ну, по картинке для чистки пяток. Такая шлифмашинка. Кабель у нас microUSB. Вот такая наждачка, абразив. Не знаю, это... А, это все абразивы, смотрите. Видите, все. Значит, 4 насадки. Все с разной крупностью зерна, видите? Разное зерно. Для там грубой, средней и уже до полировки. Это для того, чтобы чистить, вероятно, ее. Так. Как видите, есть две скорости. И самое главное, что в таких инструментах, чтобы при прикладывании там, к пятке хватало мощности двигателя дальше совершать вращательные движения. Потому что если оно останавливается... Если оно останавливается, то это игрушка. Потому что толком вы ничего не почистите. Ну, не знаю, насколько это, мне кажется, она не очень мощная. Что-то, конечно, она сделает, но не знаю, насколько это будет эффективно. Вот, вот такая штучка. Ну, заказывал не себе, так что на личном опыте рассказать не смогу. Но так вроде бы инструмент работает. Тут уже теперь будет зависеть, насколько у вас сложная ситуация с пятками. Сможет ли она справиться. Потому что, как видите, она не супер прям мощная. Какую-то работу сделает, но слишком больших надежд на нее, конечно, не стоит. Так, продолжаем. На финалочку у нас вот такая большая посылка. Сейчас расскажу все по ней. Так, это очередное полотенце халявное. Вот такое полотенце. Уже заказ, ну, получили мы несколько штук их. Все бесплатно. Большое полотенце банное, 1,40 м. На 70. Ну вот это с хуже качеством. То было такое себе, не очень. А это еще хуже качеством. Ну это такое дело. Значит, смотрите еще раз, кто не знает. Вот из такой игры, где нужно поливать растения. Вот здесь у нас призы. Вот. И можно выбрать, видите, наушники, вот тут полотенце, провода, всякие там носки, бутылку. Вот, есть такие призы. Не только это полотенце. Кому что нужно, можно выбрать.
бесплатно каждый день поливая вот это растение. Мы уже получали несколько полотенец, бутылку. В общем, это все работает, все правда. Так что заходите, играйте. Ну, надо будет, наверное, с месяц пополивать. Вот так вот. На этом все. Все ссылки под видео в описании. Всем пока-пока.